Партнер програми – міжнародний концерн «Воронін». Відбулася значна культурна подія, другий міжнародний кінофестиваль. За розмахом його можна порівняти з всесвітньо відомим Каннським кінофестивалем. Здесь было все, что угодно творческой душе, влюбленной в магию кино. 100 лучших фильмов, голливудские звезды, красная дорожка. Мы не смогли пропустить такое событие. И мы дуже-дуже хочемо поділитися з вами своими враженнями. Партнер програми – салон краси «Класіко». Партнер програми – «Теравіва». Організація дуже на високому рівні сьогоднішнього кінофестивалю. Скажіть, його навіть можна порівняти, я вважаю, що він нискільки не гірше, ніж всесвітньо відомий Каннський фестиваль. Як ви змогли поєднати посаду президента фестивалю, звання дружини і місію матері трьох дітей? Це важко було? Ну, хороший тайм-менеджмент решает очень много вопросов в нашей жизни, это важно. Ну, а насчет одесских Канн, это уже такое выражение, которое, по-моему, к нам уже приклеилось. Потому что в Каннах, когда мы делали презентацию нашего фестиваля в этом году, у нас был полный, абсолютно полный наш стенд гостей. И распространилась очень хорошая аура, то есть информация о фестивале. И нас очень-очень радует. И после вот такого сарафанного радио, в киношной тусовке было намного проще приглашать и получать положительные ответы от тех людей, которые работают в киноиндустрии, которых мы мечтали бы видеть у нас на фестивале. Так что, собственно, оно работает на нас, это приятно. А каким майбутнє, как вы думаете, чекает на Одесский кинофестиваль? Много работы еще, много работы. Мы пока стали в два раза больше, поэтому надо сейчас освоить те программы новые, которые мы присоединили в этом году, оценить, как это все происходило, сделать, как обычно, оргвыводы или работу над ошибками, которые мы всегда делаем. Ну и после этого мы хотим все-таки еще добавить некоторые программы. Есть планы уже на 2012 год, на 2013 год, наверное, тоже у нас есть планы. Достигнем определенного масштаба, который, наверное, будет оптимальным для Одессы, и будем работать над другими какими-то спутниками, проектами, которые будут рядом с фестивалем. Потому что есть всегда куда двигаться, это важно. То есть есть динамика, есть идеи, и есть кому их совоплощать. У нас очень классная команда сплоченных людей, сплоченных не только любовью к кино, но и прекрасным чувством юмора. Это как проходной билет в нашу команду. Хочу спросить вас, какие фильмы смотрят ваши дети? Очень хочу, чтобы они смотрели те же фильмы, но немножко рано. Но все-таки мы пытаемся потихонечку уводить их от мультипликации, хотя она тоже бывает разная. Мы пытаемся показывать им фильмы, знаете, такие, где есть душа. То есть фильмы, где есть какие-то интересные отношения в семье, дружба, сочувствие. То есть какие-то такие важные вещи, которые всегда с нами, если в детстве ты напитался интересными, правильными историями о том, как это может быть. Наверное, ты можешь вырасти и вырастешь, наверное, хорошим другим человеком. Вот, собственно, за что и боремся. А какие запрещаете? Мне очень нравится «Том и Джерри». Вот запрещаю прям смотреть, прямо изъяла все. Потому что не могу ответить на вопрос, почему все время мышка этого забивает бедного этого кота. Да, просто нет ответа у меня на этот вопрос. Вот пусть студия как-то ответит, это Warner и так далее. Но мне непонятны некоторые как бы мотивы, поэтому то есть детям сложно какие-то вещи объяснить, поэтому не хочу обманывать. Фильм «Огни Притона» снят по сценарию вашего отца. Это правдивая история? Нет, это совершенно вымышленная история. Ну, то есть сюжет вымышлен, а художественная правда, как в любом произведении, конечно, там есть. Скажите, будь ласка, вот в одном из своем интервью вы сказали, что вы не сподіваєтеся на широкий прокат этого фильма. Чому?
Ну, потому что в основном в прокате пользуются успехом фильмы, которые ориентированы на детей в возрасте от 14 до 20 лет. А этот фильм, хотя он обращен к зрителю, то есть это не авторское кино, он просто сделан для людей, которые постарше. Но я ошибался, потому что кинокомпания 20 век Fox, вернее, прокатная компания 20 век Fox, с ноября начинает по России, а следовательно и по Украине, прокат фильма на достаточно большом количестве копий. Я даже не ожидал, что такое возможно. Вы сподіваєтесь на перемогу на фестивалі? Ну да. Як ви думаєте, які шанси? Не стану оценивать шансы. Тем более, что мой-то фильм... То есть я, если и надеюсь на победу, то не на фактическую, потому что он не в конкурсе, а на победу в Одессе, потому что очень важно показать этот фильм именно одесситам. Как вам понравилась Одесса? Очень красивый магнетический город. Я бы хотела узнать его получше. Какие у вас впечатления о фестивале? Фестиваль только начался. Открытие было очень ярким. Потрясающий по красоте оперный театр, интересная программа фильмов. Я думаю, что фестиваль будет поистине незабываемым. Почему вы дали согласие принимать участие в жюри такого молодого фестиваля? Я хотела открыть для себя Одессу и приехать в Украину. На фестивале я представляю фильм, где играю украинку, и, конечно, я очень интересуюсь Украиной, а фестиваль — прекрасная возможность узнать страну. У фильме «Криминальный чтиво» вы зіграли разом с підступним сердцеїдом Брюсом Віллісом. Вам вдалося уникнути його чоловічих чар? Ні, я досі під владою його чар. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що Голлівуд не для вас. Чому? Звичайно, я люблю Голлівуд, але я ж з Європи, тому мені дуже важливо реалізуватися саме в європейському кіно. Ваша зачіска у фільмі «Поїздка до Португалії» вельми нагадувала відому всьому світу зачіску Юлії Тимошенко. Хто і чому запропонував вам такий незвичайний образ? Цей образ з'являвся поступово, крок за кроком. Спочатку ми придумали, що вона буде білявкою, а коли обирали зачіску, пригадали зачіску Юлії Тимошенко і вирішили зробити таку ж. Вам важко було зіграти українку? Ні, що було важко, це грати російською, тому що я не знаю цієї мови. Я вважаю, що жінка, яку я граю, це прекрасна особистість. Вона жертва обставин, але в неї стільки гідності і така світла душа. Я пишаюся, що втілила такий образ на екрані. Вам не кажется, що куди-то подівався одеський фірменний юмор? Ні, мені кажуть, він перед вами стоїть. Фирменный юмор. Мы пока занимаемся в Жванецке этим юмором. Это, к сожалению, пока все, что осталось. Но кое-что еще есть. Вот здесь стоит Валерий Хаид. Он сейчас издает целую серию одесского, нового одесского юмора. Очень прилично. Поэтому нет, он никуда не девался. Он здесь среди нас. Как вы думаете, на каком уровне находится развитие нашей кинематографии? Ой, трудно сказать. Я очень мало интересуюсь кино, очень мало. Я больше интересуюсь театром и своей работой. Кино, честно говоря, я смотрю только тогда, когда мне дети говорят, что нужно посмотреть. Но вы же снимались в кино. Чем отличается работа над фильмами и в театре? Разные вещи. Кино – это режиссер, ножницы и вот и свет. Это кино. А театр – это другое дело. Театр гораздо сложнее, конечно. Я больше люблю театр, всегда я, и мы играли в театр, нам был театр-миниатюр, не просто шутки, хохмы, а театр. Мы играли и трагические роли, и трагикомические, разные. А кино, это особенно сейчас, это фокусы, это в основном техника. Актер уже мало имеет, хотя есть фильмы, где прекрасные актеры, вот. Мы видели «Ликвидацию» фильм, как Машков сыграл одессита гениально. Я был восхищен.
Бывают такие вещи, но в основном кино это сейчас, это техника. Судячи з переліку фільмів, які будуть представлені, Одеський кінофестиваль, другий міжнародний, вже більше схожий на одеську гуморину. Як ви думаєте, чому люди більше втомилися від серйозних фільмів? Вы имеете в виду конкурсную программу и комедийный жанр? Это вас так настроили, поверьте. Там есть фильмы очень неоднозначные, и смеяться, может быть, придется даже и от слез. Это так в Одессе любят преподносить, продавать, так сказать. За кого будете вболевать? У вас же есть свои фавориты? Я, безусловно, патриотично достаточно должна заявить, что я посмотрю картину Саши Шапира. Вот, мы хотя с ним не знакомы, но я смотрела все его работы, мне достаточно все это любопытно. Вот. Мне бы хотелось всю конкурсную программу посмотреть, но я не буду врать, у меня это не получится сделать. Мне нужно возвращаться в Киев через несколько дней. Маш, а чем отличаются российские и украинские кинофестивали от европейских? Ну, я честно скажу, я не эксперт. Я только, как и вы, могу это смотреть по каким-то видео, сюжетам, зарисовкам, журналам и так далее. Мне кажется, там все намного... намного выразительнее, что ли. Там все пропитано духом кино, потому что, во-первых, это уже много лет делается, а у нас только тихой поступью начинается. Но там как-то оно как-то все завораживает. А здесь пока мы еще нащупываем тональность и все прочее. В конце концов, европейские кинофестивали и породили такое явление, как, собственно, подобная кинотусовка. Маша, ты эмоциональный человек? А как ты думаешь, мой друг? Я думаю, что все-таки плачешь, когда смотришь грустные фильмы. Плачу, рыдаю. Как белуга, часами. Много салфеток уходит. И салфетка, и майка, которая на мне, и шорты, и ниже, все уходит. И мокрые колени даже. Є думка, що головне у фільмі – це сценарій. Ви згодні з цим? Кожний фільм повинен мати добрий сценарій. Щоб зробити сильний фільм, потрібен сильний сценарій, а для нього потрібна сильна історія. У нас в Україні, в Росії зараз дуже складно відшукати хороший сценарій. Як з цим у Голлівуді? У Голлівуді надто багато сценаріїв. Багато тисяч сценаріїв, більшість з яких погані, лише деякі хороші, а одиниці дійсно блискучі. Що стосується України, то тут треба вчити авторів писати хороші сценарії, і з часом все налагодиться. Чи вплинула світова криза на Голлівуд, і чи сталися через це глобальні зміни на фабриці зірок? Так, звичайно. Менше грошей виділяється для кіно, для телебачення, для всього. Стало набагато важче. Набагато важче залучати гроші в кіноіндустрію. В последнее время некоторые американские режиссеры снимают в Европе. Будет ли развиваться эта тенденция и почему? Конечно, потому что Европа – прекрасное место, чтобы создавать кино. Одесса – прекрасное место для создания кино. Украина – прекрасное место, чтобы делать кино. Причины, по которым эта тенденция будет продолжаться – это прекрасные локации для съемок, дешевое оборудование и масса талантливых людей, которым надо платить гораздо меньше, чем в США. Кого из украинских режиссеров вы знаете? Я знаю очень немногих. Я знаю Вадима Перельмана. Он действительно блестящий режиссер. Я знаю нескольких режиссеров в Киеве. Они очень талантливы, но пока не сняли большое кино, так как им не хватает на это денег. Скажите, а как вы думаете, только второй раз проводится этот фестиваль? Какое будущее его ждет? Я очень надеюсь, что и этот фестиваль ждет огромное будущее, и все культурные начинания в Одессе, а их сейчас немало,
все-таки вернут городу статус одной из культурных столиц мира, какой она и была много-много лет. А как вы считаете, кто должен финансировать подобные фестивали, государство или частные лица? И те, и другие, и те, и другие. Государство должно это патронировать, должно об этом заботиться, а люди, у которых есть деньги, должны этому помогать, и это их человеческая обязанность. Большинство из них родились в этом городе, большинству из них этот город дал жизнь, культуру, нервы, мозги, ну просто звание одесситов. Они должны возвращать. Пожалуйста, как вы относитесь к тому, что вас называют одним из самых андеграундных режиссеров? И иногда называют самым андеграундным, иногда называют самым таким классическим и унылым. А я просто уверен в том, что вот классика и андеграунд – это родные братья. Родные братья. От живое ощущение жизни от их смеси происходит. Плюс-минус. Скажите, пожалуйста, почему в век игнорирования книг вы все-таки взяли за бессмертную Анну Каренину? Ну, это не век игнорирования книг, а век всеобщего сумасшествия по разным вопросам, в том числе и по вопросам книги. Конечно, книги останутся, книги будут читать, книги будут любить, будут большие книжные магазины и книжные развалы, потому что, когда ты читаешь книгу в интернете, ты не книгу читаешь, ты читаешь информацию о книге. А книга – это живой организм. Там нужно перелистывать страницы, там нужно, чтобы оттуда ветерок шел. Это книга. А в вашем фильме снялись Татьяна Дробич и ваша дочь Анна Соловьева. Скажите, а вы пробовали вообще других актрис на эту роль? Я вообще никогда никого не пробую. Я когда пишу сценарий, я знаю, кого я буду снимать. У меня очень редко бывает какой-нибудь кастинг. Очень редко. Это уж когда я пишу и не знаю кто. А так я пишу и знаю кто. Скажите, насколько востребована русская классическая литература в современном мире? В современном мире я не знаю, потому что современный мир, он делится, как и несовременный мир, на идиотов просто. Там она не востребована. Значит, на малообразованных людей там тоже не востребована. На просто образованных людей там нормально востребована. И на просто умных, настоящих, подлинных людей, у которых она востребована все больше, больше и больше, потому что там истина. Поэтому вот в этой градации вообще и нужно думать. Сергію, скажіть, ви допомагали в організації кінофестивалю своїй дружині Вікторії? Грошима. Грошима? Так. А моральна підтримка від чоловіка коханого? Морально було, але організаційно ніяк. Практично повністю вони своєю командою все зробили. Ви підтримуєте свою дружину взагалі у таких питаннях? Мені подобається, коли жінка має таку гарну роботу, і коли вона їй подобається, коли вона в захваті від цього. Тому що вона по-новому розкривається. І все ж таки я переконаний, що вдома посидіти завжди встигне. Тому, в принципі, морально точно підтримую. Ви ходите в кінотеатри в Києві, наприклад, або у Одесі, або в якомусь іншому місці? Не так часто, але буваю. В основному є такий невеличкий зал в кінотеатрі «Київ», там на другому поверсі, якщо піднятися, там, якщо не помиляюсь, десь 110 місць. Але там часто дають артхаус, і мені подобається, що часто, коли там буваєш, то люди встають і аплодують після кіно. Це гарна ознака. Скажіть, а є фаворити на сьогоднішньому фестивалі? Ви дивилися фільми, які сьогодні приймають участь у конкурсі?
Ні одного. І я можу сказати, що не так багато людей тут дивилися їх, тому що це фільми, які відібрані буквально за 7 місяців з останніх кінофестивалів всього світу. Вікторія їздила, дивилася. Оцей фільм «Скан», тільки приїхав «Скан». Це от буквально останнє. Тому я ні одного не бачив. Мені все цікаво, мені все по-новому. Як ви вважаєте, яка польза государству від проведення подобних кінофестивалів, таких як «Одеський»? Ну, ви знаєте, огромна польза, тому що тут є економіка, и самое главное, я считаю, все-таки духовная польза, экономика, потому что здесь только 2500 киношников приехало, самых разных, которые профессионально работают здесь. Здесь постоянно какие-то студии, здесь 20 лучших сценаристов украинских работают. То есть, а духовно, потому что от таких вещей становишься умнее и добрее. А какое ваше любимое место в Одессе? В Одессе... Есть одно место, я не буду его раскрывать, там живет моя мама. Так что вот это, наверное, любимое место. А вообще центр Одессы очень хороший и очень, очень интересный. Одесса ни с чем не сравнится. И вот это даже иногда такая вроде бы бессистемная застройка с этими двориками такими смешными, и то хороша. Это тоже такая какая-то душа Одессы есть. Ни с чем не сравнима, кстати. Партнер програми – міжнародний концерн «Воронін». Партнер програми – салон краси «Класіко». Партнер програми – «Теравіва». Сьогодні ми стали свідками грандіозного свята кіно – відкриття другого міжнародного одеського кінофестивалю. А что будет дальше, мы увидим на следующей неделе. Счастливо вам! Па-па!